Смотри. Решила заглянуть, что там творится внутри. Все в порядке? Можно зайти? Привет! Привет! Ты кто? Гонщик Чейз. Это Гонщик Чейз, точно! Как же я тебя не узнал? Привет, а откуда ты пришел? Я бежал с вышки. Наблюдательной вышки, да? Да. А что вы там делали? Спасали кота. Ага, а какого кота? Ты покажешь, кого вы спасали? Вот такого котика, да? Да. Он уплыл на кораблике у моря. В море уплыл, да? Да. И вы спасали его? Да. Ничего себе. А мы для тебя приготовили сюрприз. Какой? А ты посмотри в домике. Что там за сюрприз? Ого. Ух ты! Это Гонщик Чейз. Это ты? Хочешь посмотреть, что внутри? Смотри, есть еще такая штучка. Это спасательная вышка. Или наблюдательная вышка. Он, видишь, тут смотрит, как у вас. Смотреть можно через... Смотреть в такую подзорную трубу. Хочешь его открыть? Да. Давай откроем, посмотрим. Это же сюрприз. Ну да, здесь есть еще машинка. У него крутятся колеса. Что тут есть? Такая вышка будет какая-то внутри. Лапа там. Логотипчик. Ой. Ого. Если что-то подписано. Такая вот штука. А что с другой стороны? Здесь написано, нарисовано все, что здесь есть классного. Тут можно съезжать вниз, подниматься на лифте, смотреть в подзорную трубу. Еще раз на лифт, про лифт рассказывают. Нажимать кнопочку волшебную. Что еще здесь есть? Есть глазок, а ну мы что-то увидим в него? Ой, чей-то глаз. Это глаз Гонщика Чейза Ромы. Ой, спрятался. Это я. Так хочется ее открыть. Ну давай, открывай. Гонщик Чейз. Ой. Свой сюрприз. Вау! Смотри! Ух ты! Это середина башни. А это что такое? Горка! Это горка. Так, а что это у нас такое? Это лифт. Вот такие, а потом сюда, да? Да, снизу такие желтенькие полоски. Интересная очень. По ней спасатели спускаются вниз, чтобы быстрее успеть к тем, кого они идут спасать. Это основание башни. Да, а сюда должно вот это, да? Да. Достанем подзорную трубу. Точнее, это даже не подзорная труба, это перископ. Ого! Как в подводной лодке. О, какой перископ классный. В него можно смотреть. Вот, например, Гонщик Чейз спрятался, а он все равно все видит. Такая хитрая штука, перископ называется. Вот все, что мы уже достали. Осталось еще... Машинка и вот это, да? Да, осталась еще машинка и сам Гонщик Чейз. Ау-ау! Привет! Похожи? Похожи. Ну что, доставай. О, это твоя машинка. Давай, откручивай. Гонщик Чейз открывает Гонщика Чейза. Опа! Вот у нас инструкция. Тут нарисовано, как что собирать. Повторим все за ней. Ты уже поставил, да? Ох, какой ты быстрый. Теперь ее повернем сюда. И
ты можешь смотреть, что же происходит вокруг. Теперь поставим горку, по которой спускается патруль вниз. Вот эти подставки, они ставятся вниз, оказывается. Вот такие подставочки. Молодец. Ну, а теперь наша башня стоит крепче. Ой, это... Вот так. Нам осталось горку поставить. Посмотри, там есть защелочки специальные. Вот здесь и здесь. Клац, и готово. Ну, а еще одна деталь осталась. Подъемник, да? Есть. Все, мы все собрали. Гонщик Чейз прибегает на работу вначале. Потом поднимается на лифте. На лифте вверх поднимается. Поднимается. Здесь он переоделся. И вот он наверху, да, Чейз? Смотрит, нету ли кого-то в беде? Есть. Есть в беде, котик в беде, да? Ты спускаешься вниз в машинку, садишься и едешь спасать. Потом ты спас и возвращаешься обратно, да? Забегаешь по этому наверх, по спуску. А ну покажи, как ты съезжаешь. Вау! Ой! Нелегкая у вас работа, нелегкая. Оу-оу! И поехали спасать. А тебе не кажется, что кого-то не хватает? Всех не хватает. Не хватает остальных из твоей команды? А где же остальные? У меня в рюкзаке. Ага, доставай. Вот вся наша команда спасателей. Давай по очереди, они все поднимутся на вышку. Это у нас Рокки. Да? Рокки приехал по тревоге. Гонщик Чейз приехал на машине. Тоже поднимается в лифте. Все. Кто там еще из нашей команды не приехал? Теперь прибежал Крепыш. Он поднимается на таком. О, Крепыш поднимается своим способом. Привет, друзья! Как у вас дела? Это Маршал. Все-все. Лифт, ты где? Я обвиняю. Лифт приехал. За зумой. Ого! В плите. Чуть-чуть. Я приезжаю. Я уже приезжаю. А вот Скай. Она умеет летать. Решила заглянуть, что там творится внутри. Все в порядке? Ой, она приземлилась на крышу. Там вроде что-то произошло. Съезжайте все вниз. Вся команда бежит по делам. А этот на машину. У них нет машины. А вот этого есть. Нету машины? Вот такой классный набор у нас сегодня был на обозрении. Теперь команда уже там занимается спасением кого-то. А кого и как они спасали, мы посмотрим в другой раз. Подписывайтесь на канал Ромчика. До новых встреч! Пока-пока! Вот наши рыбки. Сейчас мы все их соединим и по очереди бросим в бассейн. О, есть? Да, давай, бросай. Лови его. Аж две, смотри, скат и пингвин. Есть. Плавничок еще. Рыбка Немо. Ух ты, классная рыбка получилась. Вот такое яйцо-трансформер Диане попалось. Рыбка Дори.
Смотри. Привет, Диана. Это мастер-лоист. Все упали.